Всем привет, меня зовут Ольга, и вы смотрите передачу «Будь в форме» на канале СТК. На сегодняшний день бодибилдинг является самым популярным увлечением среди молодежи. В Солигорске открываются новые тренажерные залы, оборудованные по последнему слову техники. Заниматься можно с персональным тренером или самостоятельно. В общем, есть все условия для занятия спортом и саморазвития. Сегодня мы находимся в спортивно-зрелищном комплексе, а это Кристина, инструктор-методист в тренажерном зале. Добрый вечер. Здравствуйте. Тренажерный зал спортивно-зрелищного комплекса находится на первом этаже здания. Наш зал имеет высокие потолки, а также хорошую освещенность. Визуально наш зал можно разделить на две зоны. Одна из которых – это кардиозона, которая представлена тремя беговыми дорожками и двумя велотренажерами. Следующая зона – это зона свободных весов. Одним из преимуществ нашего зала является посещаемость клиентов. Это до 12 человек. Здоровый образ жизни и тренировки почти каждый день для Александра и Владислава – это не просто слова, а их уклад жизни. Сегодня мы познакомимся с нашими солигорскими бодибилдерами поближе и узнаем о их спортивных буднях из первых уст. Сейчас мне позавидует огромное количество девушек, ведь рядом со мной серебряный и бронзовый призеры турнира Men's Physique 2017 в Украине. Владислав и Александр, привет, ребята! Поделитесь своими впечатлениями от выступления на турнире. Могу сказать, что соревнования были на любительском уровне, то есть это как бы начальное соревнование. И проход, они дают более такой серьезный проход в нормальный турнир. И, в общем, реальное ощущение, мотивация, то есть развиваться, идти дальше на таких соревнованиях как бы присутствует. И, в общем, бодрость духа там реально зашкаливает. В общем, нужно выступать, и вы все ощутите. В общем, это реально круто, ребята, пробуйте, я вам советую. На самом деле, я немножко присоединюсь к Владиславу мнению. Это была моя мечта вообще попасть на сцену как профессиональный спортсмен, на любительском уровне, естественно. Потому что скачалки как бы просто так вот нельзя, то есть без каких-либо погрешностей взять и просто поехать. В любом случае нужна конкретная подпитка мотивации, очень большая сила воли, в любом случае питание, это все нужно все сдерживать. И то ощущение, оно еще непередаваемо, когда ты стоишь на сцене и на тебя просто все камеры, судьи смотрят, они тебя оценивают, ты не можешь посмотреть вообще ни на себя, нету зеркала, нету ничего, все реально очень сложно. Могу добавить то, что мы хотим дальше с Владиславом развивать нашу сферу спортивной деятельности. И те ребята, которые хотят за нами последовать, в принципе, которые нас знают в Солигорске, то мы всегда рады будем, да, помочь, объяснить, если что-то не будет непонятно, то есть в таком плане. Ребята, расскажите о ваших тренировках, когда вы готовились к соревнованиям, как вы питались, тренировались. Это все очень интересно. Вообще, хотел бы сказать, что 60% успеха в этом спорте – это только питание, 30% – это тренировки, 10% – это действительно какие-то витамины, там, фармакология. Как многие говорят, в общем, там, типа, вколол себе чего-то, что-то, и это у тебя уже разбухло, и ты уже идешь такой. Это действительно все не так, и то есть надо действительно пахать в зале, чтобы чего-то добиться, и есть, следить за собой. В общем, тренировочный процесс – такой как бы на период подготовки, то есть каждый день ты тренируешься. Реально изматывающие тренировки, аэробный тренинг включается, в общем, кардио-тренировки. Это все, конечно же, присутствует. И, в общем, реально тяжело. Если кто-то не верит, можете последовать нашим. Можете попробовать сами просто и потом объясните нам, можете нас встретить, побеседовать, чтобы не говорили, это все просто, поехал и выступил. Это далеко не так. То есть, во-первых, есть предсудейственная комиссия, в любом случае, она тебя сразу смотрит, то есть ты не пойдешь выступать туда, если у тебя нет формы, если у тебя нет рельефности, если нет сепарации, то же самое. То есть это, опять же, очень сильно готовились, у нас сушки довольно так, у меня, Владу как-то чуть-чуть попроще давалось, у меня порядка 3,5 месяцев это занимало, то есть я не мог себе позволить какое-то там сладкое, то есть постоянно на работе, плюс у нас сфера деятельности нашей спортивной никак не взаимосвязана со спортом, то есть, я вообще по другой специальности работаю, Влад тоже, то есть, мы не такие профессионалы на таком уровне, которые просто в зале живут и работают, и, то есть, и выступают, и спонсоры, ну, все попроще, у нас такого нету, то есть мы обычные люди, смертные, то есть в любом случае нам как-то вот в таком плане все на самом деле было очень тяжело. Но мы справились, и очень спасибо тем, кто нас верил. Поддерживали, то есть очень респект вам.
Поставьте перед собой цель, как это сделали Владислав и Александр. Идите к своей мечте. Пусть будет тяжело вначале, но результат того стоит. Фраза «пляжный бодибилдинг» вызывает в воображении многих определенный ряд картинок. Подкачанные парни выполняют разнообразные физические упражнения на пляже. На самом деле категория «пляжный бодибилдинг» или «men's physique» включает в себя тех бодибилдеров, которые, используя силовые тренировки, не стремятся к развитию больших объемов мышечной массы. Эти парни словно олицетворяют собой образ идеального парня на пляже. Они симпатичны, подтянуты, не имеют огромное количество мышц, зато их рельефы идеальны. Дисциплина под названием Men's Physique зародилась в Соединенных Штатах Америки, где и получила максимальное распространение. Эта номинация была введена IFBB в 2012 году. В ней принимает участие только сильный пол. Men's Physique с английского переводится как «мужское телосложение». Все занятия по подготовке основаны на различных силовых тренировках и сбалансированном здоровом питании. Тут предпочтение отдается не большим мышечным объемам, а спортивному и эстетичному телосложению. В 2014 году категория Men's Физик была введена в России и стала известна как пляжный бодибилдинг, а в наши дни данная номинация получила огромную популярность в Белоруссии. Так что же это за номинация? Итак, Men's Physique – это сочетание двух направлений – бодибилдинга и фитнеса. Несмотря на то, что Men's Physique представляет собой достаточно новую категорию в бодибилдинге, все больше популярных спортсменов предпочитают выступать именно в ней. В соревнованиях Men's Physique может участвовать как профессионал, так и любитель. Главное преимущество этой номинации – простота. Подготовиться к турниру по пляжному бодибилдингу легче, чем к турниру по бодибилдингу классическому. Судьи высоко оценивают атлетов, обладающих симметричными пропорциями мускулатуры и хорошо подготовленных физически. Также немаловажно для спортсмена иметь презентабельный внешний вид. В течение состязаний атлеты выходят на сцену без обуви и футболок и позируют. Выступать можно лишь в шортах, не короче середины колена, без грима и украшений. На этих кадрах вы видите выступление Влада и Александра на турнире Men's Physique 2017 в Украине. Наши атлеты достойно представили Беларусь, заняв второе и третье почетное место. Воронцовский Владислав приехал к нам из Беларуси. Тренируется на клубе City Fitness. 95-го года рождения, стаж тренировок 7 лет. На соревнованиях выступает Филипп Кирилл. Надо сказать, что фигура Men's Physique гораздо более востребована у средств масс-медиа в модельном бизнесе, чем фигура классического бодибилдера с огромными мышцами. Да и обрести такую форму тела, как у пляжных бодибилдеров, доступнее для обычных парней. Эта доступность дает возможность большему количеству людей продемонстрировать результат своей работы над собой в тренажерном зале. Таким образом, Men's Physique становится рекламой здорового образа жизни. 11 класса я начал заниматься, смотрел, как мой друг занимается в обычном тренажерном зале школьном. И, в общем, мне очень нравилось, как он развивается. Он очень быстро начал набирать мышечную массу. И, в общем, с этим же, с его успехом я начал вместе с ним ходить и тоже заниматься. И результат не заставил себя ждать. Я тоже начал очень быстро набирать, скажем так, мышечную массу сухую. И она очень так красиво отображалась. Людям нравилось, в общем, это смотреть, ну, как я развиваюсь. В общем, история как такова, что, ну, как бы, долгий упорный труд заставляет тебя расти, развиваться, и только упорство, ну, поможет тебе достичь какого-то успеха на самом деле, вот так вот. Все началось с того, что познакомился с Владом, не знаю, как-то так получилось, и вот он конкретно меня, то есть, затянул в этот спорт. А потом уже начались, ну, какие-то, да, мотивации, друг друга начали поддерживать, то есть у меня на самом деле появился успех, то есть в плане физического тела. Начали много изучать, то есть, что мы хотим, потом, ну, просто так вот пообщаться между собой решили и поняли, что, ну, вот надо себя где-то попробовать на самом деле на сцене, то есть уже куда-то побольше выступать. Ну, вот Men's Physique как раз-таки нам подходит, то есть мы не сильно там здоровые такие в плане как бодибилдеры, а вот как раз-таки Men's Physique подходит нам в плане того, что это пляжный бодибилдинг, и все, в принципе, хотят иметь такое тело в форму, то есть это реальность. Друзья, только занимайтесь
и радуйте друзей, ну, своих родителей, то есть занимайтесь спортом и будьте красивыми, умными, добрыми. Пойдите в зал просто, не смотрите на то, что там кто что-то делает, все будут говорить, всегда будут говорить, что ты там, у тебя не получается, зачем ты это делаешь. И у меня такое было, у меня до сих пор есть такие люди, которые мне постоянно что-то говорят, что не надо тебе это. Советы новичкам такие. Упорные тренировки и построение статичного тела – это самое главное, ребята. Будь собой, и в этом твоя уникальность. Обзаведитесь портфолио, оно необходимо для вашего продвижения в этой сфере. Заведите страницу в социальных сетях, ВКонтакте, либо на Ютубе. В любом случае, первое, что тебе нужно будет сделать, это поставить перед собой цель. И затем следовать за ней, и просто уверенности в себе тебе обязательно нужно будет достичь. Создайте свой какой-то уникальный бренд, либо просто начните общение со своими спортсменами, которые, возможно, вас мотивируют в этом. Это не значит, что должен быть какой-то Арнольд Шварценеггер, которого вы не сможете пообщаться. Берите сразу те людей конкретных, которые вы достижимы для вас. Сотрудничайте со Спортпитом, либо найдите себе спонсора, ведь вам нужны будут деньги для своего продвижения. Вы много работали и завоевали признание и успешность. Теперь ваше имя пусть работает на вас. Ну а пока это только в планах, не теряйте времени и бегом в зал заниматься. Внимание! Полезная информация для девушек. Кристина представит нам сегодня топ-5 полезных продуктов, которые помогают похудеть. Первым продуктом это будет грейпфрут, так как он является очень сильным жиросжигателем. Второй – это зеленый чай, так как он содержит кофеин. Третий продукт – это творог, так как он содержит большое содержание белка и никаких углеводов. Четвертое – это рыба и морепродукты, так как они содержат высокое содержание йода, что способствует быстрому жирорасщеплению. И пятый продукт – это брокколи и вся зелень. Они являются отличным способом выведения с организма всех токсинов. Девчонки, худейте с умом и кушайте полезные продукты. Надеюсь, вам было интересно. Если да, тогда смотрите новые выпуски передачи «Будь в форме» на канале СТК. Пока!